Всем доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим такой инструмент, как Rickenbacker Bass от Native Instruments. Компания это давно его выпустила, в принципе, наверное, может уже год или два назад, я точно не скажу, если не больше. Но на данный момент для меня это самый такой актуальный бас на сегодняшний день, который может хорошо войти в микс. И по достоверности звучит довольно-таки неплохо. Пробежимся по настройкам. Мы загрузили обычный бас, то есть без палм-мьюта, без этой техники игры. И будем слушать его сегодня по интерфейсу. Собственно, когда можно играть, да. Здесь показан гриф. И в той области, в которой он играет в данный момент, то есть выше, ниже. Хотелось бы сказать о управлении. Есть башка. Выбираем башку. Все, крутилки все те же, как и в реальности. В принципе, кто знает, тот даже не задается вопросом, наверное, что это и как. Ее можно включить, выключить. Low, high, gain, master, сам преамп, настройка, бас, mid, treble, то есть эквалайзер настройка и так далее. Кабинет. Собственно, можете тоже выбрать размер кабинета, какой он должен быть и с каким микрофоном будет снимать этот звук. Дальше у нас здесь идет у нас на картинках. Это ленточный магнитофон, ну, имитация типа записи ленточного диктофона. Здесь у нас компрессор, здесь эквалайзер. В принципе, это все настройки, которые вы можете сами регулировать, как хотите. Кроме этого, здесь есть у нас пресеты. Их довольно-таки очень много. И, в принципе, я даже не заморачивался, я не помню, но я использовал какие-то пресеты, которые мне помогали сразу вбить, можно так сказать, этот бас в микс. И сейчас мы их все прослушаем. Поехали. Вот, в принципе, и все. Просмотрели все пресеты. Наверное, каждый для себя найдет какой-то свой любимый пресет и найдет применение, как мне кажется, в таких стилях и блюз, и рок, и поп, и метал. Мне кажется, этот бас по функционалу очень широко распространен. И я думаю, что каждый музыкант освоит его и без труда сможет его вбить в свой микс. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.